Девчонки, сейчас мы убегаем в город, в центр, и я надеюсь вас взять с нами, и вы проведете день так же, как и мы. Девчонки, ну не могли мы, конечно, просто так сразу идти. Забыли паспорт, а нам нелегалам нельзя без паспортов. Поэтому идем, возвращаемся домой. Благо не отошли далеко. Кто-то жрет за обе щеки. Что поближе снять, чтобы лицо побольше на экран, знаешь что? Вот. Петушок? Гребешок? Ну что, фоткайтесь. Что у нас тут? Ох ты, танцы. Пойдемте дальше. А сейчас пойдем. Сюда поближе. Сережа, там пойдем. Мама! Маша, ты мне все брюки так порвешь, ты такой молодец. Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда и майки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь эти песни? Мне и так больно. Какая боль! Какая боль, Аргентина и Майка, 5-0. Какая боль. А ну-ка давай, девушка, девочка, привет. Привет. Что, ты гуляешь, расскажи? Да. Гуляешь? Тебе нравится? Сейчас пойдем пончики кушать, да, хоть? А пончики будем кушать, много пончиков. Ты много съешь пончиков? Я тоже нельзя. У нее изменилось выражение лица. Ну конечно, она да. Иди с бабушкой обнимашки целы. На ручки.
все золотое. Залезла. Давай немножко. Аккуратненько. Сколько людей сегодня? Что-то столько людей. А, сегодня вроде вторник. А, ну и туристы же. Мама, паспорт, паспорт. Загорал, притом. Загорал не перевершити. Просто, це страшно. У нас правда потрібно з тобою. Привет, скажи. Привет, девочки. Я поеду на морском трамвайчике. Да. Мы поедем на морском трамвайчике. Да, кататься. Что, точки. Что? Точки. Едем. Сейчас поедем. Главное, чтобы дождя не начало. Там есть. Второй проспект города. А зеленое это историческое название моста. В 18 веке на реке были построены деревянные подъемные мосты, окрашенные в разные цвета. Носили они цветные названия. Здесь находился деревянный мост, окрашенный в зеленый цвет. Этому мосту будет 200 лет. Построен он в 1806 году инженером Плеско. Главное здание с Невским проспектом принадлежало купцу Катомину. Здесь находилась кондитерская Войти Беранже, где накануне дуэли Александр Сергеевич Пушкин назначил встречу своему другу Константину Донзасу. Донзас был у Пушкина секундантом. Именно отсюда они отправились в лес и дуэли на Черную речку. Так что это здание вошло в трагическую страницу, снимал квартиры или пользовался гостиницами. С левой стороны восточное крыло главного штаба. Оно отремонтировано, создано под выбором этажа. А здесь нет. Открыта выставка импрессионистов, новый зал, электронный зал. В одном из зданий находилось здесь Министерство иностранных дел, где работал выдающийся дипломат пушкинского времени Александр Михайлович Горчаков. И 200-летию со дня рождения канцлера на высшем здании министерства была установлена мемориальная доска посвященная дипломату. Открыла жизнь так, сейчас камера упадет. Мы находимся на реке Вольта. Река вытекает из фонтанки, вливается на него. Вот как смотри. Живописное, с тихим течением. Протяженность около 5 километров.
это последние данные. Что случилось с этим мальчиком? С каким мальчиком? Который сюда приехал. Я не знаю, о чем ты. Хорошо, спасибо. Мальчик, который сюда приехал. Ну, вот как он без курточек. Как без курточек приезжает. Нет, нельзя. А моя легкая. Да. Очень все так классно приезжает. За мостом слева новый Эрмитаж. Он возведен Лео фон Клерце. Вход в Эрмитаж украшает 10 отмазок скульптора Серебрянева. Они являются символом Эрмитажа и воспетых бардовской песни Александра Городницкого. Отдельно богатый... Прямо по курсу арт-галереи она создана Юрием Кесиным совместно с Творецким. Соединяем здание старого Эрмитажа с Эрмитажным театром справа. Справа на здание Эрмитажного театра. Вот закончится выставка. Мы увидим прямоугольник выставленного дворца в зеленом макаре, где скончался Петр I. Так что дворец бесследно не исчез. Его стены включены в здание Эрмитажного театра, Парижского театра города, Личного театра и Екатерины II ее потомка. Императрица писала пьесу для этого театра, выступала на этой сцене, на здании новой скульптуры театра Кристоф Иванов на Костюме. Эрмитажный мост – это старейший каменный мост города. Слева стороны Эрмитажный комплекс «Сокровищница России» – один из крупнейших музеев мира. Одно из красивейших мест города – здесь творение Томаса. Здесь был порт из середины 19 века. Расстральные колонны служили маяками, на бирже совершались торговые сделки. Бежевой мост аналогичен Дворцовым. С правой стороны Дворцовая набережная, самая парадная набережная города. Здесь никогда не было магазинов, увеселительных заведений, доходных домов. Строили здесь только великосветские дома и дворцы великих князей. Самарканде, где могила Тамерлана. Город наш веротерпимый, проживают люди более 160 национальностей. У нас есть синагога, костелы, православные храмы и приходы. И даже единственный действующий в Европе буддийский храм. С правой стороны, напротив Троицкого моста, чуть назад, сейчас выплывет храм Воскресения Христова, Спас на крови. Храм посвященный императору Александру II. Назарь. Странный верх, перевяжий каменный мост через вяжий подмост. И хотя в то время страна была разрушена гражданской войной, интервенцией, правительство ответно это предложило. А что, билетики нужны? Нет, нет. Большие куклы.